Там эта тема школьников продолжается, сестра учится. Ей задали какого-то Шолохова, короче, читать, да. Она хочет это самое, на высокие баллы, это ЕГЭ сдать, местного ОГЭ, да. Ей заставили читать всю литературу, короче, которая только есть, вообще вся говно Тютчева, Пушкина, Подушкина, да, вот это все парашу, да, учить там. Понимать, о чем она вообще, не в сокращении, чтобы полностью знала. Вот задали этого Шолохова, да, там, а Шолохова. Бесполезность образования, вот эта тема, да. Шолохов, как бы, да. А оказалось, это Дом-2 какой-то просто. В тексте написан Дом-2 какой-то вообще. Кто-то кого-то перебежал, кто-то кого-то чуть не убивает, да. Кто-то побежал, тут подушками кидается, что-то там. Все с ума сходят, что-то прыгают. Вокруг порнографии, да, и только рекламы Мегафона не хватает. Вот если с рекламы Мегафона, это был бы настоящий Дом-2. Вот, вот такой вот учат, да. Люди несчастные в школе сидят и это учат всю херню. И какое-то невозможно, да, терпеть, да. Какая же это все хрень, да, хорошо, это не читал никогда, ни этого, никого, да. Меня только заставили, да, и этого самого, да. Евгения Онегина читать, который Пушкин написал. Такая херня. Вообще лютый трэш. Евгений Онегин, что-то там побежали, да, что-то перебежали, там. Какие-то там этот ноет, это ноет, опять все ноет, все там плачут, слезы идут три ручья. И длинно так, мы длинно, длинно все, да, неинтересно нифига. Евгений Онегин. Это еще круче, да? Еще там. Что еще в школе читал? В школе тогда книги прочитал, да? Сам его обучал сам, а в школе две книги, да? Евгений Онегин, вот эта вот хрень, да? И второе, это «Мертвый душ», как придурок какой-то ездил там и это скупал мертвые души, да, из поиска. Я уже не помню, зачем это делал, но он хотел мертвые души скупить, да, все, то есть, да, там эти. Что типа у него крестьян дофига скупить, а они умерли там давно, их скупить просто номинально, да. Приписками занимался. Вот. Я уже не помню, зачем, так что не знаю. И там тоже какая-то хрень, да, что-то. Колесо доедет, не доедет, путешествовал постоянно на каретах по всей России. Фигеть, да? Такая хрень. Вот. Лучше такую и не читать никогда в жизни. Я пожалел как-то, что читал. Не, она мне запомнилась, но я пожалел, что я читал. Потому что это было очень тяжело. И это вам не Терри Пратчетт, а не еще какие-то вот интересные вещи, да, не... Не Гарри Поттер, не такое, да? Не фэнтези, не фантастика, да? А какая-то хуета. В общем, читайте сами, что хотите, а вот эту школьную программу можете выкинуть. Вместе с Тютчевым закопайте там где-то. На заднем дворе закопайте и все. И забудьте о нем, как в страшном сне. Читать надо, что хочешь, а то... Я такое слышу, что даже к чтению разочарование у людей получается. Что они в школе заставляют эту хрень читать, а они потом не читают ничего никогда. А на самом деле это интересно, да, интересные вещи есть. Интересные, да, а там какую-то хрень специально Тютчева и всякое говно суют, толкают. Билиберду, которая не нужна. Это не классика, это не ликвидное старье. Есть классика, есть неликвидное старье. Тютчев, Достоевский и прочее, да. Это неликвидное старье. Тем более этот, как его там... Шолохов. Вот вместо Шолохова лучше действительно Дом-2 посмотрите, будет то же самое, никакой разницы. Ладно, все, тушите свет, короче, господа. Вот, не ходите в школу, то пожухните какой-то лист.